Это игра «Ума палата». Сегодня из этой студии можно уйти победителем, а можно остаться ни с чем. Тот, кто окажется умнее и удачливее, сможет вырваться в финальную схватку за денежный приз в 100 тысяч рублей. Итак, полуфинал. Сегодня мы пригласили тех самых, кто набрал в течение 3 раундов 20 и более очков. Их оказалось немного, всего 4. По праву они уже победители. Итак, я приветствую первых полуфиналистов. Это риэлтор Галина Белоус. И телеоператор НВК Саха Александр Иванов. Напомним, что оба игрока в прошлый раз заработали по 21 баллу. Александр, какие впечатления остались у вас после последней игры? Очень хорошие впечатления, но все-таки мне показалось, что я мог бы ответить лучше, больше. Ну, как-то вот волнение, конечно, сказалось. По признанию участников игры, они приходят сюда не только проверить знания и эрудицию, может быть, даже удачу, но и за долей адреналина. Вы зачем сюда пришли? Да, за адреналином, конечно же. Проверить свои возможности, свои знания. Галина, в прошлый раз вы заработали 21 балл. Во многом благодаря тому, что играли в паре с Георгием Глебовым. Вместе вы команда Dream Team. Сегодня мы вас разделили. Вам не страшно играть одной? Ну, есть волнение, конечно. Какой ваш прогноз на сегодняшнюю игру? Я бы воздержалась от прогноза. Вы не уверены в своих силах? Ну, на 100% нет, конечно, не уверена. Здесь есть доля лотереи. Какой вопрос попадется? Принцип сегодняшней игры весьма прост. Вам нужно набрать наибольшее количество баллов в течение 2 раундов. Тот, кто заработает больше, тот и выиграл. 3-го раунда для вас не будет. Играем только в паре. Однако механизм определения того, кто будет играть первым, не изменился. Вам нужно будет вновь заглянуть в черный ящик, и мы снова определим таким образом, кто играет первым. Напомню, как вы знаете, первым в игре «Ума палата» отвечает тот, у кого шар красного цвета. Приступайте. Галина, вы получили преимущество. Вы будете начинать первой. Верните шары на место, и мы будем приступать. В первом раунде вы будете отвечать по очереди на вопросы в течение, я обращаю на это ваше внимание, 3 минут. Тот, кто заработает большее количество баллов, будет отвечать первым на вопросы 2 раунда. При равенстве ваших ответов мы проведем дополнительный раунд, где на вопросы нужно будет отвечать по очереди, без учета времени, до победы в 1 очко по принципу пенальти. Начинает дополнительный раунд тот, кто имел преимущество в предыдущем раунде. В общий зачет засчитывается 1 дополнительный балл в пользу победителя дополнительного раунда. Итак, мы начинаем. Галина, кто из футболистов утверждал, что играть надо ногами, а думать головой? Марадона. Пеле. Александр, Клод Мане наиболее известен своими картинами о чем? Ну, это импрессионист. Ну, было у него, пейзажи были. Водяные лилии. Галина, в каком городе находится самый длинный метромост? Флорида. Новосибирск. Александр, кто является рекордсменом по результативности в английской премьер-лиге? Манчестер. Алан Ширер. Галина, кто не упомянут в стихотворении «Дом, который построил Джек»? Старушка, синица, сторож, корова. Корова. Сторож. Александр, какой ответ на народную загадку? Идет в баре черен, выходит красен. Это рак. Галина, что вдохновило Эдварда Мунка на написание картины «Крик»? Пас. Извержение вулкана. Александр, чем увлекался знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен?
Написанием сказок. Вырезанием из бумаги. Галина, какой из этих имен не существовало издревле, а придумалось в 19 веке поэтом Востоковым? Людмила, Анастасия, Надежда, Светлана. Светлана. Правильно. Александр, где корабль погружается в воду глубже, в море или в реке? В реке. Правильно. Галина, слово «театр» греческое, что оно означает? Представление. Место для зрелищ. Александр, в каком году началась Первая мировая война? Первая мировая. 1914. Галина, как называют речь одного человека? Монолог. Правильно. Александр, сколько океанов на планете Земля? Если не учитывать южный, то 4. 5. Галина, имя какого адмирала носит аэропорт Хабаровска? Невельской. Александр, кто в фильме «Место встречи изменить нельзя» произносит фразу «Вор должен сидеть в тюрьме»? Шарапов. Глеб Жилглов. Галина, какое воинское звание было присвоено Иосифу Сталину 27 июня 1945 года? Рядовой. Генералиссимус. Александр, какую страну американский президент Рейган в 1983 году назвал империей зла? Советский Союз. Правильно. Галина, можно ли круизный лайнер назвать кораблем? Нет. Нет, правильно. Александр, как звали Раскольникова из произведения «Преступление и наказание»? Родион. Правильно. Галина, как назовите одним словом предмет мебели, где ящик стоит на ящике? Комод. Правильно. Александр, какой закон действовал в США в 20-30-е годы 20 века в СССР 1985 по 1991? Демократический выбор. Сухой закон. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Галина дала 4 правильных ответа, Александр также 4. Это было настолько ужасно, что мне даже не хочется с вами разговаривать. Мы объявляем дополнительный раунд. Я напомню правила. На вопросы вы будете отвечать по очереди, без учета времени, до победы в одно очко по принципу пенальти. Начинает дополнительный раунд тот, кто имел преимущество в предыдущем раунде. Это Галина. Галина, на каком языке говорят в Бразилии? На португальском. Это правильный ответ. Александр, как называется микрогосударство, расположенное между Испанией и Францией? Андорра. Это правильный ответ. Памятник какому поэту стоит на Триумфальной площади столицы России? Пушкину. Владимиру Владимировичу Маяковскому. Александр, какого татарского воеводу разбил на Куликовом поле князь Дмитрий Донской? Батый. Правильный ответ – Мамай. Да. Галина, что такое анапест? Пас. Это стихотворный размер. Александр, что должно быть в буреме? Рифма должна быть. Это правильный ответ. Итак, дополнительный раунд показал, что именно Александр получает преимущество и будет отвечать первым на вопросы второго раунда, который длится также 3 минуты. Во втором раунде вы будете отвечать до тех пор, пока не ошибетесь. Это означает, что теоретически вы можете не оставить Галине ни единого шанса для ответа. Внимание, второй раунд. Александр, древний римский бог, имеющий 2 лица. Янус. Правильно. Александр, единица измерения силы тяжести. Килограмм. Ньютон. Галина, какое произведение начинается с этих слов? Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Сказка о царе Салтане. Правильно. Галина, непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами. Это? Это туман. Александр, если соединить медь и олово, получится? Бронза. Правильно. Александр, в старину так назвали любой документ, письмо. Грамота. Правильно. Первый антибиотик, открытый Флемингом в 1929 году. Александр? Пенициллин. Правильно. Александр, мифический крылатый конь, символ поэтического вдохновения. Пегас. Правильно. Александр, как зовут девочку, упавшую за зеркалье? Алиса. Правильно. Александр, какие берега у Молочной реки?
И сельные. Правильно. Александр, старинная книга большого формата. Фолиант. Правильно. Александр, самая близкая к Земле звезда. Солнце. Правильно. Александр, сообщество студентов и преподавателей в Средневековье. Университет. Правильно. Расплачиваясь с балдой, поп подставил лоб. Что же приговаривал балда? Ну, первый щелк, там второй щелк. Не гадал, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Галина, аргентинский парный танец с энергичным и четким ритмом и резкими движениями головы танцоров. Танго. Правильно, Галина, краткое изложение содержания оперы балета. Это либретто. Александр, спектакль, сбор от которого идет в пользу одного актера. Бенефис. Правильно, Александр, судно, затонувшее в результате столкновения с айсбергом. Титаник. Правильно, Александр, скандинавский бог войны. Тор. Это Один. Галина, птица, способная летать как, на, как головой, так и хвостом вперед. Пас. Калибри. Александр, Леткина половинка. Леткоенко. Правильно. Александр, какой обычный в быту предмет заменял героям русских сказок и карту, и компас? Клубок. Правильно. Александр, какой сказочный фрукт был отравлен? Яблоко. Правильно. Александр, какая самая распространенная среди моряков одежда? Тельняшка. Правильно. Александр, фигура или кукла в человеческий рост для примерки и показа одежды? Манекен. Правильно. Александр, домашнее животное, считающееся самым упрямым? Осел. Правильно. Это слово означает некую постройку. В России маленькую и неказистую. У татар дворец, да и только. Что это за постройка? Сарай. Правильно. Про какое животное европейцы говорили, что оно имеет два хвоста? Утконос. Слон. Галина, кто возглавлял экспедицию, цели которой был остров у побережья Танзании, пустыня в Южной и Северной Африке, возвышенность в экваториальной Гвинее? Бог Маклай. Доктор Айболит. Время вышло. Во втором раунде я задал вам 29 вопросов. При этом Галина дала 2 правильных ответа, Александр – 20. Это означает, что именно Александр проходит финал игры «Ума палата». Галина, какие ощущения от игры и не обидно ли вам уходить в шаге от финала? Нет, не обидно. Я больших надежд не возлагала. Но... Почему не было больших надежд? Ну, потому что, как Молнии я сказала, быть. Здесь есть элемент везения. Угу. Понятно. Какие вопросы показались вам наиболее сложными? Честно говоря, даже сейчас уже забыла все вопросы. Понятно. А оппоненту своему, которого видите перед собой, можете что-то пожелать? Удачи. Хорошо. Спасибо за игру. Прощайте. Вам спасибо. Александр, какие ваши ощущения после того, как вы уже явно прошли финал игры «Ума палата»? И удивились ли вы тому, что вы набрали аж 20 правильных ответов? Ну, я считаю, что я мог и больше набрать. Что вы говорите? Да. Скромность – это не про нас. Нет. А почему в первом раунде были позорные 4 правильных ответа? Ну, там сложнее были вопросы, мне кажется. Понятно. К игре как-то готовились или пришли со своим уровнем знаний? Ну, немножко я посмотрел вопросы, которые даются на квиз, вопросы всяких викторин в Ютубе. Ну, вот, собственно, и вся подготовка. Ну что же, это похвально. Я буду ждать вас в финальных играх. До свидания. Это игра «Ума палата», где четверка умных, эрудированных и удачливых игроков борется за денежный приз 100 тысяч рублей. Один полуфиналист уже известен. Это телеоператор НВК СХ Александр Иванов. Однако в финале есть еще одно место. Давайте познакомимся со следующими двумя претендентами. Это игра «Ума палата». Сегодня в этой студии мы узнаем имена тех, кто сразится за денежный приз в 100 тысяч рублей. Итак, господа, полуфинал. Сегодня, согласно турнирной таблице, мы пригласили тех самых, кто набрал 20 и более правильных ответов. Это 4, без сомнения, умных и эрудированных, азартных и удачливых. Давайте поприветствуем вторую двойку претендентов. Это Нина Алексеева, студентка СВФУ. И предприниматель Георгий Глебов. Нина. В нашей игре принимали участие и школьники, и студенты. Однако подавляющее количество наших участников – это взрослые люди от 30 и старше лет. Вы, студентка, не страшно ли вам сразиться с Георгием, имеющим богатый жизненный опыт? Смотрим.
Как-то не хочется говорить, что страшно, чтобы не нагнетать себе. Понятно. Вы набрали рекордное количество правильных ответов – 23. Такой результат никто не смог побить. Раскройте секрет. Вы подобрали мне хороший вопрос. Ну хорошо. Тогда сегодня я постараюсь подобрать вам не очень хороший. Каких вопросов вы боитесь? Тех, которые я не знаю. Очевидно. Какие вы не знаете, очевидно? В основном это литература, наверное. Да, вообще везде у меня хромают знания, если честно. Понятно. Будем считать, что это ваша стратегия притвориться слабой. Георгий, вашего напарника по игре Галину Белоус мы спрашивали, не страшно ли ей играть одной, не в паре. Этот же вопрос я хочу адресовать вам сегодня. Абсолютно не страшно. Георгий, скажите, на чьей совести была победа прошлой игры, когда вы набрали 21 балл? Ответьте все-таки по-честному, и мы обещаем, что Галине об этом не скажем. Кто умнее, вы или она? Ну, собственно говоря, если бы мы бы проиграли, эта ответственность лежала бы на мне. Но поскольку мы выиграли, значит, на Галине. Понятно. Принцип сегодняшней игры достаточно прост. Вам нужно набрать наибольшее количество правильных ответов в течение 2 раундов. Тот, кто заработает больше, тот и выиграл. 3-го раунда для вас не будет. Играем только в паре. Однако механизм определения того, кто играет первым, не изменился. Вам нужно будет вновь заглянуть в черный ящик. Как вы знаете, тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы 1-го раунда. Приступайте. Георгий, вы будете отвечать первым на вопросы 1-го раунда. Теперь правила нашей игры. В первом раунде вы будете отвечать по очереди в течение, обращаю ваше внимание, 3 минут. Тот, кто заработает большее количество правильных ответов, будет отвечать первым во 2-м раунде. При равенстве верных ответов мы проведем дополнительный раунд, где на вопросы нужно будет отвечать по очереди, без учета времени, до победы в 1 очко по принципу пенальти. Начинает дополнительный раунд тот, кто имел преимущество в предыдущем раунде. В общий зачет засчитывается 1 балл в пользу победителя. Итак, мы начинаем. Георгий, какая современная птица является самой крупной? Страус. Правильно. Нина, что такое рапидограф? Пас. Чертежный документ. Георгий, какому писателю обязан своим появлением слово «лилипут»? Какая-то шведская, не помню. Свифт. Нина, название крупнейшего найденного на Земле метеорита. Господи, Челябинский. Гоба. Георгий. Поляки называли ее Едзина, чехи – Езинка, словаки – Ежибаба. А как ее называем мы? Бабая. Правильно. Нина, по мнению Алисы, от укуса – куксятся, от лука – лукавят, от горчицы – огорчаются, а от чего, по ее мнению, добреют? От домбры. От сдобы. Георгий, энергичный французский танец, долгое время считавшийся непристойным основными движениями этого танца, является... Канкан. Правильно. Нина, от какого насекомого пошло название русской плясовой? Шмель. Комар. Георгий, он был поэтом, скульптором, архитектором. Вахтанг... Микеланджело. Нина, сколько раз в записи двухзначных чисел используется цифра 3? Сколько раз записи? Вы не знаете. 19. Георгий, каким одним глаголом можно заменить все эти фразеологические обороты? Бить баклуши, гонять лодыря, сидеть сложа руки. Одним глаголом? Бездельничать. Правильно. Нина, для нас это слово означает весьма высокое звание. У турок честь. А японцы проявляют с его помощью почтение к собеседнику. Что это за слово? Поклон. Сан. Георгий, какое существительное в современном русском языке произошло от латинского глагола «не хватать», «не доставать»? В русском языке? Не трогать? Дефицит. Нина, как назывались первые шоумены на Руси? Скоморохи. Правильно. Георгий, кто окажется тяжелее? Первый людоед, который весил 48 килограмм и на ужин съел второго, или второй, который весил 52 килограмма и съел первого? Второго.
Одинаково. Нина, какой химический элемент преобладает в составе Солнца? Гелий. Водород. Георгий, чему равен внутренний угол правильного шестиугольника? 360. 120. Нина, сколько дней в високосном году? 366. Правильно. Алекс, Георгий, в какой океан впадает Амазонка? Амазонка в Атлантический. Правильно. Нина, 1/5 часа, это сколько минут? 10. 12. Ой. Георгий, как в разговорной речи называют знак «въезд запрещен»? Кирпич. Правильно. Нина, что говорят о человеке, внезапно начинающем совершать множество хаотичных действий? Чего? С ума сошел. Вожжа под хвост попала. Георгий, как звали толстого пирата в мультфильме «Тайна третьей планеты»? Толстый. Весельчак У. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 23 вопроса. При этом Нина дала 2 правильных ответа, а Георгий 6. Нина, почему 2 правильных ответа? Вы что, забыли про наш главный принцип ум? Ну вы же пообещали, что не очень вопросы будете подбирать. И они действительно показались вам не очень-скими? Результаты показывают, что да. А почему тянулись со временем? Вы забыли про второй принцип – время, деньги? Видимо, да. Вы забыли все. Да. Понятно. Георгий, почему 6 правильных ответов? Потому что на 7 меня не хватило. Это не уровень для полуфиналиста, имейте в виду. Тем не менее, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете, опять же, первым отвечать на вопросы второго раунда, который также длится 3 минуты. Во втором этапе вы будете отвечать до тех пор, пока не ошибетесь. Это означает, что вы можете не предоставить Нине ни единого шанса для ответа. Итак, второй раунд. Георгий, в каком водоеме, согласно русской пословице, водятся черти? В Тихом. Правильно. Георгий, возле какой горы вулкана впервые был найден драгоценный камень танзанит? Джомолунгма. Килиманджаро. Нина, каким богом в славянской мифологии является стрибок? Господи. Плодородие. Богом ветра. Георгий, в каком городе прошла бульдозерная выставка художников? Пас. Москва. Нина, что в советское время грозило школьникам за прослушивание рок-групп, исполняющих хэви-метал? Обезьянник. Ничего им не грозило. Георгий, в какой стране был убит Лев Троцкий? В Мексике. Правильно. Георгий, какая достопримечательность Санкт-Петербурга в переводе означает «место уединения»? Софийский собор. Эрмитаж. Нина, какое созвездие нашего неба выглядит как большая латинская буква W? Кассиопея. Правильно. Нина, в какой столице находится выставочный комплекс «Купол тысячелетия»? Где? Ватикан. Лондон. Георгий, какая фамилия у главного героя романа Тургенева «Отцы и дети»? Пас, я изучу. Базаров. Нина, какое творение Ивана Мартаса находится на Красной площади? Мавзолей. Памятник Минину и Пожарскому. Георгий, на выставке какого художника главным экспонатом была героиня песни Лабутена? Художника? Этот. Покрас Лампас. На выставке Ван Гога. Нина, как в православии называется столик, на который кладут церковные книги? Ой, я не знаю. Аналой. Георгий, как называла всех мужчин Эллочка Чукина из 12 стульев? Пас. Парниша. Нина, какой класс животных на Земле самый многочисленный? Насекомые. Правильно. Нина, в какой стране тайная полиция называлась Сигуранца? Испания. Румыния. Георгий, что помимо бега и плавания входит в триатлон? Бега и плавание. Борьба. Велогонка. Нина, в каком городе находится аэропорт имени Гагарина? Москва. Саратов. Георгий, название какого музыкального устройства появилось благодаря песне «Прекрасная Катрин»? Гитара. Это шарманка. Нина, что изготовляют индейцы из котлинита, который добывается в Пайпстонской каменоломне? Стрелы. Трубки. Георгий, как в СССР называлась подпольная торговля импортными товарами, приобретенными у иностранцев? Спекуляция. Порцовка. Нина, как зовут оперного певца Козловского? Данила. Иван. Георгий, как звали Пушкинского Онегина? Евгений.
Правильно, а время вышло. Даже последнее стало сложным вообще. Итак, второй раунд завершен. Во втором раунде я задал вам 23 вопроса, при этом Нина дала 2 правильных ответа, а Георгий 3. Георгий, в предыдущем раунде я сказал, что 6 правильных ответа – это не уровень полуфиналиста. У вас сейчас 3 правильных ответа. Ну, в итоге 9. Уже результат. Прекрасно. Давали гениальные ответы, в том числе про триатлон. Какие виды спорта включает триатлон? Ну, получается, бег, плавание и велогонки. Угу. Но, по-вашему, это была борьба. Я почему-то перепутал с греческой. Спасибо, что не бокс. Нина, почему вы трагически, драматически вздыхали перед каждым своим ответом? Не знала ответа. Угу. Ну что же, вы были рекордсменкой по количеству правильных ответов и вызывали страх у всех наших участников. Сегодня вы рекордсменка по количеству неправильных ответов. Это позор. Есть какое-то оправдание? Вы в моей первой игре сказали, что я пришла опозориться, вот я опозорилась. То есть миссия выполнена? Да. Хорошо. Поздравляю вас с удачной миссией. До свидания. До свидания. Выполняйте ее в другом месте теперь. Георгий, с вашими 9 правильными ответами вы выходите в финал. Рады? Ну, собственно говоря, а почему нет? Не боитесь сразиться с Александром, у которого 25 правильных ответов в полуфинале? Абсолютно нет. Моя коллега с 23 как бы тоже умудрилась проиграть. Угу. Ну что же, будем проверять, насколько ваше мнение будет правильно. Хорошо. Встретимся в финале. До свидания. Спасибо. Это игра «Ума палата». Что же, имена финалистов известны. Это Александр Иванов и Георгий Глебов. Ровно через 7 дней мы узнаем имя победителя телевикторины «Ума палата». Самого эрудированного и самого удачливого человека в нашей республике. Не пропустить.